Здрасте! Вы на канале Ремонт мебели и не только. Сегодня мы как раз и не только рассмотрим ремонт вот этого вот не только. Это тоже в какой-то степени мягкая мебель. Эх, вот такие вот повреждения. Буду делать из кусочков дермантина, у меня оставался тут с заказом. Ну, начнем с разборки. Надо открутить на вот этот гайку. Острый. Удобнее подковыривать скобы острой отверткой. Ну, не совсем острый, прям как лезвие, но не с тупым концом. Видимо, еще на клей посадили. В принципе, правильно. Такое бывает. Ничего. Так. Что нам надо сделать? Надо вот этот шов как-то раскроить. В общем, сейчас мы этим займемся. Как-то надо это выровнять хорошенько. Пока не знаю как. Это надо выровнять и по нем вырезать дермантин. Я это дело все
утюгом разгладил, швы вот эти не выворачивал, не мучился, потом просто по краю примерно. Здесь только вывернул, носик тут деформировался. Вот так. Берем кусочек дермантина. Смотри, сойдет. Так вот. Ложим. И рисуем. Можно взять чуть-чуть больше с запасом. Потому что прям так, как на заводе сделали. Надо его придавить. Чтобы он не ездил у меня. Все равно не получится раскроить, зашить. Такого мастерства нет. Поэтому будем делать так вот. Так, теперь боковинки немножечко из другого дермантина, чтобы было немножко отличалось. Я немножко попытаюсь усовершенствовать седло. Вот здесь попытаюсь сделать так, чтобы седло было вдавлено. Попытаюсь сделать. Как-то так. Ну, примерно, наверное, вот так. Угу. Чисто. Примерно. Вот ткань. Вязаем полосочку. Тоже примерно. Тоже все примерно. Надо вернуться. Так вот пришьется вот так. Я сразу вдеваю шнурок, чтобы пристрочить как можно ближе к шнурку. Чтобы дермантин не порвался тут в конце, я его заворачиваю, так все-таки
крепче будет. При натягивании, чтобы он не порвался. Так крепче будет держаться, если край еще раз немножко прострочить. Не заденет. Клеить к поверхности я не буду. Оставлю так. Но заклеить желательно. Также вот здесь тоже надо будет заклеить. Но я не буду клеить, потому что я уже, как я уже говорил тут в видео, вчера уже собирал его, пристрелил, а он у меня стоял на улице, на улице шел дождь. Теперь это немножечко влажное, и я не вижу смысла его клеить. Я потом суперклеем пролью немножечко края. Вот особенно здесь нужно приклеить. Здесь ногами вы будете тереть, и чтобы не отрывались скобы, не рвались. Ну, больше прочности надо будет приклеить. Тоже начнем. Так. Сначала с одной стороны. Потом с другой. Как можно дальше от края, чтобы насквозь не пробить. Скобы 6 миллиметров. 6 миллиметров.
Неправильная кройка теперь не сходится так, как хотелось бы. Как-то так. Носик, носик. Что-то не туда, да? Немножко не посередине. Она, наверное, затянется. Немножко надо попустить здесь. Thank you.
Как-то так получилось. Вот это неправильно я сделал. Переделывал. Это более правильный, но это было как-то полукругом немножечко. А я сделал ровно. Поэтому и такой шов, видите, вот непрочен. Так может порваться. А так держится. Ну, можно и без этого просто приклеить и все, как было. Здесь крепление для шурупов. В принципе, все. Как-то так. Вот. В принципе, все. Вот так вот получилось. Такое вот седло. Ну, не бейте строго. Вот. Я седла первый раз ремонтирую. Ну, вот такие. Были и другие варианты, но то совсем колхоз, а вот именно так первый раз. Вот это вот
Я не считаю хорошим вариантом, это сами решайте, повторять или не повторять. Ну, можете оставить так, как было, лучше даже будет, мне кажется. Я не достиг своей цели, все-таки. Все, до свидания.